Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня у нас Петр, 906 американец. Проблема с DPF фильтром, переполнение. Будем, значит, прошивать его. Здесь как раз переход на новый блок управления CR60 MFZ. Кто с принтерами занимается, в курсе, что там были переходы. Блок менялся на CR60. Вот видим, что у нас уже CR60 здесь блок. И заходим, видим, у нас ошибку P11A700, переполнение фильтра DPF. После этого проблема, машина падает в аварию, и, соответственно, вы уже не можете продолжать на ней ездить. Прожиг не совершается, потому что из-за этой ошибки у нас не дает происходить прожигу, и нужно как-то решить эту проблему. Есть решение этой проблемы. В этом видео мы как раз показываем, как это сделаем. Заходим в партишек фильтр в DPF наш и будем производить манипуляции. То есть актуализировать он не дает, но нужно его сделать как новый фильтр. То есть как будто мы поменяли фильтр. Нажимаем F2, смотрим, что он просит сделать. И самое главное, нужно его, значит, сделать как новый фильтр, как замену фильтра. Включаем зажигание, вернее, выключаем зажигание и включаем зажигание. После этого он пропишется как новый фильтр. Но есть еще одна тонкость. После того, как вы произведете эту процедуру, ошибка сразу не уходит. То есть он также по-прежнему показывает, что есть ошибка и не дает произвести прожиг фильтра. Но при этом он показывает, что фильтр обновлен у нас, то что якобы мы уже новый поставили, DPF фильтр. Не забываем, что у нас машина с мочевиной. Ждем, пока пройдут все процедуры. Внимательно запоминаем, что систему можно обмануть. Производим проверку. Выходим в предыдущее меню. И проверяем ошибки. На вторые ошибки не обращайте внимания, тут заслонки убитые у машины. Это уже отдельная тема. Но самое главное, ошибка P11A700. Видим, что у нас ошибка так и сохранилась. В активных осталась. То есть не удаляется. Что же нужно сделать для того, чтобы она все-таки удалилась? Здесь еще раз мы просто смотрим непосредственно в действительных значениях. Что у нас состояние 0 грамм. Он показывает, что по факту у нас новый уже стоит фильтр. То есть по факту у нас сброс произошел. Мы сделали фильтр новым, якобы поменяли, то есть обманули систему. Но ошибка у нас еще не ушла. Для того, чтобы у нас ушла ошибка, нам нужно заглушить машину и оставить ее на минут 20. После того, как она заснет, она отдуплится, и наша ошибка уйдет по фильтру. После этой процедуры вы сможете прожечь фильтр. И, соответственно, все у вас заработает как надо. Видим, что у нас ошибка не ушла. И вот сейчас мы будем вырубать машину и дадим ей заснуть. Еще раз повторяю, на нижние ошибки по заслонкам не обращаем внимания. Наша задача разобраться с DPF фильтром.
Вот такими нехитрыми способами можно обмануть систему DPF. Кто занимается со спринтерами, тот, в принципе, возьмет на вооружение. Далее мы будем производить прожиг системы. Повторяю, что уже прошло время. Где-то минут 20 после того, как мы подсоединились еще раз к машине, заводим на холостом ходу. Проверяем, что у нас сброс произошел. Он видит как новую систему 0. Но при этом нам все равно нужно прожечь фильтр, потому что у нас ошибка никуда не девалась. Также видим давление, что оно соответствует норме. Фильтр живой. Чистка. В принципе, тоже позволяет это сделать, или промывка, но по-быстрому можно вот таким способом поступить. Как я уже написал, здесь показываю в этом видео. И решить проблему с фильтром ДПФ на данном автомобиле. Повторяюсь, у нас спринтер 906, американец, модель год с 12 по 14 год с заменой блока. Уже на более современный CR60 блок устанавливается на эту машину. Читать ее нужно только через DAS, через Xcentry она не читается. При выборе обязательно выбрать американец. А дальше он уже, в принципе, выберет ВИН-код и даст возможность. Провести манипуляции. В противном случае вы просто не достучитесь до этой машины. Далее, как говорил, мы уже будем производить прожиг ДПФ фильтра. Видим, что он нам не дает сделать некоторые манипуляции. Также не дает нам решить проблемы по EGR, подергать. Иногда периодически бывает проблема, выскакивает из-за клапана EGR на данной машине, и нужно просто зайти. Вот предварительно сейчас была как раз активация. Мы пробовали EGR просто позапускать, посмотреть на заклинивание. Но видно, что он выдает ошибку по EGR. Проблема не в нем. То есть не дает делать никакие манипуляции. Далее, как говорил уже, мы производим прожиг. Заводим машину, нужно нагреть ее. Для этого лучше всего подряд поднять обороты. И где-то с 200 градусов, как в описании. Температура воды не меньше 60. До 200 градусов догоняем, и запускается предварительный прожиг системы ДПФ. Еще раз повторяю, что иногда эта ошибка бывает из-за датчика EGR. Поэтому всегда нужно проверять датчик EGR предварительно. Я показал здесь буквально пару минут назад, что попробуйте в процентном соотношении подергать датчик EGR. Сдвинуть с места. Но это чтобы без разбора делать. Так как в Европе и в Америке запрещены все манипуляции. Они прописываются при техосмотре и проверяется это все.
все это стоит больших денег, то вот таким нехитрым способом можно произвести прожиг, и машина дальше поедет без всяких проблем, без ошибок по фильтру ДПФ и аварийного режима. Ждем, пока нагреется у нас до 200 градусов катализатор. Сажевый фильтр непосредственно. И начнется регенерация. Повторяю, что мы на месте сейчас производим регенерацию после того, как у нас ошибка скинулась. Нашу манипуляцию мы произвели. То у нас есть возможность теперь произвести регенерацию. До того, пока вы не скинете эту ошибку, регенерация запускаться не будет. Оно просто не даст вам такую возможность сделать. Жмем F2, обороты поднимаются до 2000 и производится манипуляция с регенерацией. Вот видим, у нас растет температура где-то до 400-500 градусов, поэтому обязательно аккуратно смотрите, чтобы у вас под машиной ничего не было. Лучше всего это делать на улице, а не в гараже закрытом, чтобы проветривалось. Когда сажевый фильтр забит, там реально вони и дыма очень много. Но здесь видно, что дыма мало очень. Далее будет видео, как на улице прожигается, в принципе, ни вони, ни дыма особого не было. Но, тем не менее, проблема решена. Машина дальше уехала в рейс. Данная машина была из службы перевозки. Машина находится в Америке. Все это делалось удаленно. Через интернет заходили на эту машину и производили эти манипуляции. То есть вот таким нехитрым способом можно прожечь ДПФ-фильтр, сажевый фильтр, произвести регенерацию и избавиться от аварии по системе ДПФ. Вот, видимо, у нас запустилась регенерация. Синие квадратики. Температура достигла максимальной температуры 570 градусов. И в этом диапазоне будет производиться прожиг. Ну, собственно, на этом практически все. Смотрим видео на нашем канале, оставляем комментарии, ставим лайки, пишем про то, что бы вы хотели еще увидеть. По мере возможности будем по спринтерам больше информации выкладывать. По 651 мотору, по 642 мотору. Вот мы уже непосредственно удаленно подключены, видим. Спринтер у нас автомобиль. 13-го года, по-моему, машина. VXDIAC прибор. Наш всеми любимый. Его используют по всему миру. Видим американские номера на машине. И производится регенерация. То есть вот она закончилась. Видим, что у нас ошибка перешла в сохраненные. Удаляем ошибку. На этом, собственно, практически все. Завершился у нас прожиг. И все. Машина в рабочем состоянии. Поехала в рейс. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Всего доброго.